Давайте сюда и поиграем, не знаю, с какой-то дурацкой пушкой прям. Ну, не дурацкой, а с какой-то пушкой, с которой мы вряд ли выиграем. И выиграем. Погнали. Так, а можно оружие прямо сейчас вот это? Если тут нет пушки, я умер, я сдох. Он выпрыгнул. Пожалуйста. Ой, я очень долго беру оружие. Нормально, живем. Он выпрыгнул, я видел. Походу обратно запрыгнул. Да. Извини. Ну и конечно же спонсор этого видео — букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и самое главное — мой личный промокод, который дает вам до 6500 рублей, и моя ссылочка находится в закрепленном комментарии под этим видео. Так, на мужика делаем сейчас. Раз. Два. Три. Чё? Психанул, извиняюсь. Я одного видел точно, плюс был файт, после которого вроде бы килла не было видно. То есть, скорее всего, тут два клиента. Чё, мэн, come on, go fight. Don't stop, go fight. Вот либо вот этот дом, либо вот этот. Походу вот этот. Да. Хотите фокус? На, дурик. Ломиком в голову. Извиняюсь за дурика, я всех люблю. И все, что я там типа оскорбляю, это все шутки. Это веселье. Ой-ой, плохо. Плохо. Что я делаю? Не могу бить бота, представляете? Но в итоге убил. Так, 4 килла. 4 килла, хорошо. Мен, где ты? Где же вы находитесь? Кемп находится под обстрелом, то есть, скорее всего, если там есть щелик, то он выбежал. Вот какой-то тут слева. Надеюсь, это не бот. Хочу убить красиво. Понятно. Боже, это бот, который еще и двигается. Я... Ребят, я хуже бота, походу. Зачем вообще в эту игру играю? Кто знает? Я не умею стрелять. Зачем я в PUBG играю? С прицела вышел. Я нулевый. Не, объективно, что за говно я делаю? Сейчас с первого раза даю голову. Давай. Ты меня видел по-любому, я тебя тигрю. Так, мышку поправил. Короче, он меня увидел. Это да, это 100%. Вот вопрос другой. Почему не хочет пикаться? О, подожди, он походу лутает, стой. На. Я так долго целился, как я не знаю что. Я не умею играть. Не, реально. Друзья, в чем? Блин, не могу попасть. Что? У меня как бы другая чувствительность. Ладно, с этого момента я не промахиваюсь. Реально, смотри. Вот так вот. С этого не промахиваюсь. Я сейчас... Ребят, я походу в CS переиграл. У меня вообще... Я не чувствую мышку. Задолбал. Иди отсюда. Мне как будто сбилась сенса в прицеле винчестера. Ну, без шуток, серьезно. Я так ужасно с винчестера, в принципе, не играю. Немного не мой левел. Так, что было по дропам? Я взял немножко пулик на винчестера, потому что у меня мало. Я все просрал и все промазал. Ой, близко. Далеко. О, да. 60 метров в голову. Да, хорошо. Хорошо. Я сделал килл, ребят. Можете просто лайк поставить. Я смог. Опа, патроны. Здорово, всем патронам. Уф, соска, три соска. Саски. Чел, боже мой. Почему-то кто-то побежал. Что, еще один? Я не... Мне должны запретить играть в эту игру. Запретите мне играть в PUBG. Я не умею. Я все... Что я делаю? Ребят, мне просто кажется... Мне кажется, сенса слетела. Именно на прицеле в винчестере. Я не шучу. Я просто пасть не могу. Типа зажим, все нормально. Прицел винчестер, все, не могу. Что за цирк? Где этот типок? Ого. Далеко. Не, я просто навести не могу. Не то, что я там типа не угадываю там с упреждением. Я навести не могу на то упреждение, которое у меня в голове. Так, чел в кемпе, правильно? Выстрел был именно оттуда.
Кемп не в зоне. То есть что это значит? Значит то, что сейчас должны бежать с кемпа наверх прямо ко мне. Либо направо. Уф, привет, крошка, соска. Круто выглядишь. Я не умею стрелять с инчестера. Вот смотрите, Скар, просто я как бог играю с этого оружия. Боже, беру в руки этот тупой винчестер и не могу попасть. При том, что раньше умел. Попадал, все было нормально. То есть я навестись не могу. Глянь, какой... Ребят, отвечаю, он слетел. Я вот на пиксель двигаю, оно полкарты двигает. Да-да-да-да-да-да-да. Все. Забыли все, что я говорил до этого. У меня просто слетел... почему-то слетела санса на винчестере. Вот я двигаю, короче, информирую. Вот смотри. Вот столько двигаю на мышке, вот дистанцию определенную, а вот эта дистанция на винчестере. То есть ужасно. А как она могла слететь? Ну ладно. 6 живых, кстати, у меня уже 10 киллов. Попадаем. Да блин. Кого там лутаешь? Слышь, кого там лутаешь? Че ты лутаешь вот это? Ну, на время катки я уже поймать не смогу, меня убьют, я думаю. Поэтому надо хер забить и привыкнуть к этой. Уф, привет, девочка. А чё? А чё? Я сейчас разозлюсь. Его убили, да, конечно. А-а-а! У меня горит эта жопа моя. Спросите, если вы меня спросите, да, напряжен ли я? Да, я напряжен. Да, я напряжен, да. И что? Это что, повод меня обижать? Да, немного не в себе, да. Но я не виноват, что у меня раньше был другой, другая сенса на винчестере. Смотри, показывай, когда зажимаешь жестко. Вот, если бы там еще дальше бежало, да, не было бы этого препятствия, я бы убил его уже. У меня пулик нет. Это проблем. Он там вообще не в зоне. Мне нужны патроны. Так. А, вот этот чел на игре, возможно, у него были пульки. Потом двигаемся к нему. Куда бежим? Куда? Давай. Снова гоним. Я вот хочу спросить еще одно. Где... Почему не влазит? Ребят, такая странная катка. Если я залю на канал, я походу бахнусь вообще. Да видеть никто вообще не должен. Так, ладно, бежим на гору. Из горы бам-бам. Коллиматор хочу. Спасибо, спасибо. Ой, он мог крутануть уже. Да? Ладно, давайте. На уверенность. Он по-любому уже крутнул. Страшно. Давай, давай, давай. Иди сюда. Давай. Ты не законтришь этот Скар, я тебе гарантирую. Плохой коктейль. Пикай. Да боже, не раскидывайся, давай повоюем. А, там снайпа. Ну ладно. Какой дурацкий файт, если честно. Мне вся эта катка кажется какой-то дурацкой. Что происходит? Так, 4, на самом деле это еще, ну, как бы не последний чел. Поэтому нужно все контролить. Так, ну на его месте что бы я сделал? Я бы, наверное, пошел вниз. У меня есть какой-то рельеф, в принципе, там нормальный. Я не понимаю, вот, блин, у него снайпа, он же может реально постреляться. Почему он прячется? Здорово. Здорово. Угу. Ребят, я вас понял. А вот на случай прикрытия ты сработаешь, мужик? Видите, это забейте. Да-да, я побежал. Да-да, что там? Давай-давай-давай. Двигай телом, отдыхай. Он не в зоне. Ну все, 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 все. У тебя нет зоны, у тебя нет власти там. Ну, блин.
Не, Скар это вообще мега приятно. Не знаю, я с ним кайфу. Если бы этой катки не было Винчестера, это была бы лучшая катка со Скаром на Каракине. Ну реально, у меня все залетает. Нахер я выкидываю этот Винчестер? Пошел в жопу. Пошел ты. Пошел ты. При том, что люблю Винчестер, хорошее оружие. Просто вот так вот вышло. О, я не в зоне. Плохо. Слегка плохо. Давайте думать, как решать проблему. Так, раз. Два. Это на самом деле очень большая проблема. Ну да-да-да, голова, да, в натуре? Так, большая аптека. Я придумал план, он очень крутой. Самый лучший. Не-не, мэн. Тринда, у него там зона просто соска. Я потянулся. Боже мой. Нереально. Вот Скар... Вот, ребят, смотрите, если бы в этой катке вообще не было выстрелов с Винчестера, это идеальнейшая катка, идеальнейший топ-1 со Скаром. Просто каждый зажим, каждый выстрел, каждый пук этого оружия был идеален. А то, что было с Винчестером, вы знаете, у меня просто сенса слетела.